Миша! Миш! Мы тебе с Эдиком не мешали? А Васика? Нет. Миша, блины будешь? Нет, бабушка, ты будешь миксером шуметь. Да не буду я миксером, я что, сумасшедшая, что ли? Ну не надо мне блинов, ты шумишь. Я же не миксером. Миша, что, не будешь блины? Нет, не хочу. А что будешь? Ничего я не хочу. Может, отбивной будет? Нет, не хочу. Миша, а что будет? Миша, не разговаривай с бабушкой. Может, это летаргический сон у него? Да что? Что? Уже лучше. Уже лучше. Извините. Что? Игорь! 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 Что? Тебе сегодня в день или в ночь? Я сегодня в утро. Чего вы скачали такую рань? Приляг ты еще поспите. Да не ко мне! Что это? Это что? Чей-то телефон стыкает? Чей телефон? Мигает телефон чей-то! Чей телефон? Мама, он специально стоит на беззвучном. Выспаться. Маринка, ты что, сдурела? Ты же разбудишь всех своим сбеком! Выключи его! Городской вроде. Да? Городской звонит. Кому звонят? Деду не могут звонить, его давно уж нет. Кому звонят? Кому звонят-то? Конечно вам, ну кому же еще? 5 часов утра. Игорь! Алло! Вы кому звоните? Мне? Валя, ты? Ты чё вскочила так рано? А, ты не ложилась еще? Ну, я тебя поздравлять с 8 марта не буду, потому что у тебя еще 7-й. Ну, ты звони, если чё. Звони, говорю. Звони, говорю! Вот. Любое время звони, хоть через 5 минут. А не разбудишь, не разбудишь никого! Бухая тетеря, чё звонила, непонятно. Мама, дайте поспать. Ну, Маринка, это ж вы нам устроили. Ну, везде мусор, надо же убрать. Вы, блин, с чем будете? Со сгущенкой? С малиной? Может, с крыжовником? Да с крыжовником, с крыжовником. Молодец, Миша. Вот тебе ключи от гаража, вот тебе санки там возьмешь в коридоре, вот тебе денежку на маршрутку до гаража, вот тебе мусор выбросишь там по дороге. И бабушку с тобой забери куда-нибудь. Это мне нельзя. Мне нельзя. Гараж, мне надо блины вам жарить. А что их жарить? Я буду жарить, буду шкварчать. Они же разбудят всех. Господи. Я им вчерашних блинов разогрею, так пускай. Микроволновки разогрею. Пап, дай поспать, ну? Оп,
Игорь! 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 Игорь, вставай! Вставай, буди Марину! Марина, буди Эдика! Эдик, буди Барсика! Барсик, спи, спи, Барсик, спи, спи, Барсик, хороший, спи, мой любимый, спи, спи. Ну что, как вам спалось у бабушки? Хорошо спалось, до 5:20. Ну да, хорошо, хорошо. Идите, кушайте блины, вон я разогрела. И разбегайтесь на все четыре стороны. А я посплю, а то я замучилась с вашими блинами целое утро. Thank you.